ждать будут вот это. Она сама родила без всякой скорой, не пришла скорую вызывать, ничего. Хотя и предлагал. Она не захотела ехать с ребенком в больницу оставлять его. Ночью и умер. Вот. От переохлаждения. Ну, естественно, моя жена Светлана попросила, чтобы мы выбросили его в мусорный контейнер. Потому что другого варианта не оставалось. От него избавиться. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.